Креатив. Да. Давайте. Продолжаем пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба Строгино Сергей Загидуля, Сергей Рахач. Что сказали команде после этой игры? И в целом, что сегодня не получилось в игре с лидером первенства? Наверное, начнем с того, что очень болезненное поражение, конечно. После таких матчей в раздевалке особо ты никаких слов ты не найдешь, и ни поддержки, и тем более критики. Все прекрасно понимают, что, ну, как бы, наверное, самая лучшая наша игра вообще за всю историю, наверное, футбольного клуба, который существует. Поэтому, ну, тут особых слов точно не искали и просто ограничились, благодарили за работу до сегодняшнего. Все остальное, конечно, это будет уже в процессе длинного цикла, короче. Вот. Такие. А ожидали ли такого агрессивного прессинга с самых первых минут матча от соперника, и что помешало этому прессингу противостоять сегодня? Ну, не случайно команда Калуга находится на первом месте, потому что очень симпатичная команда, хорошая, бодрая, вот, и сильна по делу, без каких-либо там никаких вопросов нет. То, что там голы забивались на любой вкус, и не только после прессинга, и после позиционных атак, насколько я помню, там стандартное положение. Поэтому это все в комплексе. Говорить, что только прессинг, и мы не ждали, конечно, мы ждали. Вот. И так сложилось, что не справились. Но, опять же, в нашем понимании это вопрос больше из разряда спортивной психологии, потому что после счета 0-2, который пропустили, значит, не совсем быстро, точнее, быстро, не совсем правильно, наверное. Вот. Но в какой-то момент ребята все равно пытались вести игру, и там эпизодами даже много получалось. Вот. Но футбол должен быть целостный в нашем исполнении, первой и последней минуты. Поэтому вот этот конечный результат, он, наверное, о многом говорит. Можно ли сказать, что из тех команд, с которыми вы встречались в этом сезоне, Калуга, ну, выглядит сильнее прочих? Ну, я без сомнения могу сказать, что да, без каких, знаете, почему без сомнения, чтобы другие команды, так скажем, для меня, наверное, ну, правильно восприняли, ну, нам симпатичен тот футбол, который показала сегодня команда Калуга. Еще раз повторюсь, что то первое место, которое они все занимают, они действительно занимают его по праву. Спасибо большое и удачи в дальнейшем. Всего доброго, до свидания.